Здравствуй, Олег. Мы с планеты оленей. Ты должен пойти с нами, потому что ты один из нас. Что, я? Да, Олег, ты олень, Олег. Вы меня, наверное, с кем-то путаете, нет? Нет, Олег, мы наблюдаем за тобой с того самого момента, как твоя жена в ЗАГСе вместо «да» сказала тебе «посмотрим». Это ошибка, это какая-то ошибка. Тогда скажи, зачем она взяла с собой загранник, если летит в Норильск? Ну, в прошлый раз это помогло. Она в прошлый раз звонила, сказала, в Мурманске посадку не дают, их посадили в Пхукете. Ей бы пригодилось. Это он. Это точно он. Пойдем, скорее. Да нет, я говорю, я не могу. Мне завтра на операцию ложиться. Мне надо переносицу выправить. Мне завтра 40 лет. Я, может быть, скоро храпеть начну. Ты не просто олень. Ты король оленей.